Здесь слишком опасно переправляться. О боги, что за судьба? Смерть в ловушке или от удушения? Похоже, это все, что осталось от 4-го легиона. Что такое? Ищешь свой акведук, римлянин? Что, потерял его, да? Нужно быть немного осторожнее. Подскажи его. Thank you.
сдайся или умри! Слышал, что Легион попробует пройти к Акведуку. Ха, интересно, как они пройдут мимо дополнительных лучников в будике? А мы наблюдаем за лесной тропой, чтобы ни один римлянин не просочился. Никто не пойдет через лес большим отрядом. Я вернусь к Акведуку и поддержу будику. Идет? Ты прав. Беги, пока можешь! Убейте его, парня! Чем я ожидал. Стоит поспешить к Акведуку. Сюда! Легионы приближаются. Размести лучников со стороны дороги и приготовься стрелять по моей команде. Да, господа. Здесь должен быть путь наверх.
Беги, пока можно. Yeah.
сегодня ты умрешь! Еще один подъемник. Нужно просто сбросить это. Он мой. Тебе не следовало сюда приходить. Теперь ты умрешь. Вы нарушили клятвы, данные Риму. Вы убиваете невинных женщин и детей. А как, по-твоему, была создана твоя империя? Мы не звали вас сюда. Я сделаю все, чтобы защитить свой народ. Господин! Вперед!
офицеры! Дорогу! Остановись! Готовь щиты! Держать! 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 Строй! Щиты! Держать! Держать! Держитесь! Держать! Строй! Держать! Строй! Щиты, парни! Солдаты! Держать! Строй! Солдаты! Держать! Солдаты, держаться! Щиты! Держать строй! Щиты! Держитесь, парни! Внимание! Силу мы! Атака по команде! Я должен идти быстро. Строй долго не продержится.